акварелью. У жирафов пятна, 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 пятнышки везде. На лбу, ушах, на шее, на локтях. Весь на носах и животах, по линиях и носках. У слонов есть складки, 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 складочки везде. У слонов есть складки, 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 складочки везде. На лбу, ушах, на шее, на локтях. Весь на носах, на животах, по линиях и носках. У котяток шерсть, а шерсть, а шерсть, а шерсточка везде. Это вечеринка, просто класс. Я не знаю, как не быть, как не снизу говорить. А может, лучше что-то подарить. Но почему я просто не пошел домой? Зачем сказал я, что сегодня холостой? Я танцевал так, как не снилось никому. Я не пойму, но почему? Закружилась вокруг одной пицца, ничего уж не зацепила меня, оцепила меня, на порог довела, а любви не дала. Зацепила меня, соблазнила меня, на порог довела, а любви не дала. Зацепила меня. Будет нужно. Пол — это лава! Побежали! Пять, четыре, пять, три, три,
голову уша, на шее, на локтях, есть на носах, на животах, коленях и носках. А у зебры есть полоски, есть полосы. Нам сегодня было хорошо. Этот праздник не подвел, я почти уже ушел. И тут она выходит на танцпол. Ну почему я просто не пошел домой? Зачем сказали, что сегодня холостой? Я танцевал так, как не снилось никому. Я не пойму, ну почему? Полосочки везде, а у зебры есть полоски, есть полосочки везде. На лбу, уша, на шее, на локтях, есть на носах, на животах, коленях и носках. Молодцы, молодцы! А кто мне расскажет, кто еще может быть вам? Кому в округе не позволит он скучать? Давайте мы споем о нем опять. А крокодильчик просто класс. Научит многому он нас. Всех топоров в порядку, он делает зарядку. Он плавает, ныряет, на солнце загорает. И в общем наш дружочек никаких проблем не знает. А крокодильчик просто класс. А чем стоит? Научит многому он нас. Как нужно взрослых слушать, как можно больше кушать и весело с друзьями отдыхать. Несколько вопросов я хочу всем задать. Поймать нашу группу. Поэтому я наш модный рэп.
Thank you.
Молодцы, а теперь затылочком. Нет, это лобик, затылочком, это сзади, ребят, сзади. А ты попробуй, прижми их к нему спине, да. Упрощаю задачу лобиками. Поехали! А теперь я смотрю на самого активного. Спинками! Давайте спиночкой. Давно, наверное, взрослые не играли в такие игры. А то вот на себе и открытие восьмой смены. Поехали спинками! Коленочками! Все такие Ну и самое мое любимое – это хвостиками. Да, давайте хвостиками. Смотри, у всех хвосты появились. Круто. Молодцы, люди. Поехали. Ну и напоследок вам зажмите той частью тела, которая вам понравилась больше всего. Поехали! Можно прыгать на них, можно сесть. Итак, на старт! Внимание! Марш! Марш! Я смотрю, еще смотрю, еще много шариков у нас живых. Надо все шарики в салют превратить. Быстрее, упал живой шарик, кто-то ходит в комнату и дальше с нами не танцует. Шарики увели. Ну давайте, ребята, давайте, взрослые, помогите. Молодцы, молодцы, смотри, прям залп. О, вот это был звук. Ну давайте, последний вон там, я вижу. Нет, еще не последний. Мы просто пчелы. Мы просто пчелы, на все готовы.
Thank you.